Мурманск принял Всероссийский форум «Арктический плацдарм». На протяжении 2 дней в МАГУ были организованы 8 тематических площадок с участием спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова и других крупных городов страны. Участники форума обсудили широкий круг вопросов: работу с молодежью, сохранение традиционных ценностей, развитие студенческих медиацентров, а также создание контента для социальных сетей. На круглом столе мастерская современных медиа был представлен и совместный проект телекомпании ТВ-21, Кольской ГМК и Мурманского арктического государственного университета «Цифровая азбука» о современных информационных технологиях. Ведь хорошо рассказывать о спорте, потому что спорт – это движение, спорт – это эмоции, спорт – это яркая форма, это то, что нужно телевидению. А цифровые технологии мы зачастую пытаемся рассказать о том, чего офлайн не существует. Да? То есть вот как рассказать про искусственный интеллект? Программу не покажешь? Показать программное обеспечение – задача действительно сложная. Еще сложнее объяснить профессиональные термины понятными словами. В этом команда цифровой азбуки наработала хороший опыт. И не исключено, что у проекта будет неожиданное продолжение. Накопленный в ходе работы над выпусками программы материал в МАГУ теперь хотят издать в печатном виде. Для тех, кто привык иметь дело не с видео, а с текстами. Для нас, как для представителей университета, весомым является наличие публикаций и вообще материалов в печатной форме. Поэтому родилась идея, что, может быть, стоит все материалы как-то оформить в виде публикации или в виде книжки, которую можно передать людям, которые предпочитают бумажный формат, видеоформат. К слову, новый выпуск цифровой азбуки выйдет на ТВ-21+ уже в среду. А выбрать темы для будущих программ вы можете нам помочь. Для этого нужно отсканировать QR-код, который вы видите на экране, перейти по ссылке проголосовать. Всеволод Краснов, Данил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ-21+.